Всем привет! Сегодня я прокомментирую предыдущее видео со своего канала, где меня вытащили за волосы из офиса агентства Евровиза, расскажу вам все подробности и покажу дополнительные материалы к этому делу. Сразу вас предупреждаю, что это все происходило в июне прошлого года. Итак, как же я узнала об этом агентстве? Когда я решила поехать работать в Чехию, я поделилась своей идеей с коллегой по работе, с женщиной, с которой у меня были и есть доверительные отношения. Я уверена в том, что она не желала мне ничего плохого. И она мне рассказала, что совсем недавно вернулась из Чехии ее знакомая, которая тоже ездила через агентство, и ей там все понравилось, и работа, и зарплата. Рабочую визу она открывала на 3 месяца, но уехала на месяц раньше, так как у нее были какие-то незаконченные дела в Украине. Ну и в ходе нашего разговора моя коллега предложила взять для меня номер телефона этого агентства. Как только мне дали их номер телефона, я сразу же им прозвонила, получила ответы на все интересующие меня вопросы по поводу работы, зарплаты, жилья, стоимости услуги их агентства. Ну и в конце нашей беседы они сказали, чтобы я им позвонила за 3 месяца до выезда. Если я решила выехать в середине либо в конце мая, то я должна их набрать в марте. Так как я никогда не работала в Европе, и это был мой первый опыт, а тем более я узнала об этом агентстве от своей знакомой, я отнеслась к этому всему совсем несерьезно. Не поинтересовалась названием этого агентства, не просмотрела отзывы их клиентов. Ну и так как мы и договаривались, я приехала к ним в офис 6 марта, меня встретила Лариса Сковоринская, собственно, это та женщина, которая меня вытащила за волосы, и ее помощница Ева. Кстати, предыдущая фамилия Сковоринская была Мануилова, она еще и под этой фамилией работала. И они повторно проконсультировали меня по всем вакансиям. А мне хотелось работать в Праге, но они сказали, что они не сотрудничают с Прагой, так как там зарплаты низкие, а жилье дорогое, поэтому там невыгодно работать. Хотя один вариант в Праге был, это Макдональдс. Но они сами же потом меня начали от него отговаривать, так как, по их словам, там очень тяжело. Также она мне предлагала работу за конвейером на автозаводе и склады Локсес. Из этих двух вариантов я выбрала склады Локсес. Мы начали обговаривать дату выезда, мне сказали, что в конце мая, либо в начале июня я уже должна буду выехать. В середине мая придут документы из Чехии, и вот за этот период, с середины до конца мая, я успею сделать рабочую визу. Также я им сообщила, что я работаю в Киеве, и мне нужно будет предупредить свое начальство заранее. И они мне сказали, чтобы я не переживала, как только документы придут, они сразу же меня прозвонят, предупредят, и у меня будет 2 недели отработать. Итак, мною был сделан выбор, Лариса распечатала договор и дала мне его в руки с ним ознакомиться. Сосредоточиться на договоре было сложно, потому что в офисе было очень шумно. Лариса постоянно рассказывала какие-то истории про Чехию, очень много шутила и постоянно ржала с Евой. Также ей постоянно кто-то названивал, и она очень часто выходила из офиса. Минуток через 8 после того, как договор оказался в моих руках, Лариса предложила мне выйти в соседнее помещение и ознакомиться с документом в спокойной обстановке. Но от этого тише не стало, так как она постоянно выходила из офиса, этим меня отвлекая. Договор я изучила беглым взглядом, так как я не ожидала никакого подвоха. Хотя сейчас я понимаю, что нужно было ему уделить достаточно больше внимания, потому что этот договор еще та халтура. Нет никаких паспортных данных, а в строке «заказчик» даже нет моего отчества. Хотя есть их печать. До задницы эта печать. Но в графе «заказчик» указан только мой номер телефона. Каждый раз, когда я пересматриваю этот договор, я задаю себе один и тот же вопрос. Юля, где были твои очи? Что самое интересное, у меня по договору заезд на вторую половину 4-го месяца. А это получается на вторую половину апреля. И вот этот момент как-то уже и не помню, спрашивала ли я, что в договоре указана неправильная дата выезда. Скорее всего, спрашивала, потому что я вряд ли бы этого не заметила. И, скорее всего, они мне на это что-то ответили, но вот просто вот этот момент я уже и не помню. Итак, договор я подписала, заплатила деньги 4875 гривен. Хотя это больше 150 евро, а ведь мы договаривались о 150 евро. И когда я задала ей вопрос по этому поводу, она дала мне непонятный, неоднозначный ответ. Якобы эти деньги тоже пойдут на документы, на какие-то голограммы. Сразу же мне начала показывать образцы документов других людей. В общем, съехала с темы и красиво ушла от ответа. После того, как я им заплатила, они мне еще рассказали, что их фирма занимается изготовлением 2-годовой рабочей карты.
то есть долгосрочная виза стоимостью 1000 евро. Также они изготавливают европаспорта через Румынию стоимостью 3000 евро. Также она мне объяснила, что первый раз я могу поехать работать в Европу только на 3 месяца. Ну а потом я уже могу себе оформить двухгодовую рабочую карту, либо же сделать европейский паспорт. Да, действительно существуют такие услуги, и цены у них такие же, как она мне и сказала. Но по поводу этой фирмы я глубоко сомневаюсь. Меня очень заинтересовала двухгодовая рабочая карта, но я все равно как-то сидела и мялась. 1000 евро — это как бы немалые деньги. И она это заметила. И когда мы выходили из офиса, она меня пошла провожать. Она мне говорит такая: «Ну вы подумайте еще по поводу двухгодовой рабочей карты. Я вам все расскажу, там можно будет сделать все дешевле, но это я вам расскажу все потом». И тут у меня начали возникать какие-то сомнения. Но каждый раз я прокручивала мысль, что это агентство проверено знакомыми моих знакомых, и не может ничего произойти плохого. Итак, у меня на руках договор, визитка с их сайтом, соцсетями и телефонами. И вот, когда прошло чуть больше 2 месяцев, я начала прозванивать Ларисе и интересоваться, готовы ли мои документы. Каждый раз, когда я ей звонила, она постоянно спрашивала, кто я. Я ей говорила свою фамилию и имя, она якобы просматривала в базе данных, и каждый раз отвечала, что мои документы еще не готовы. Уже в середине мая я рассказала на работе своему начальству об увольнении. Также я съехала со своей съемной квартиры и перевезла свои вещи к подруге. Так сказать, подготовилась к отъезду. Поначалу она говорила, что мои документы не готовы. Позже она с психами начала отвечать, что они готовы, но еще в пути, и сразу же бросала в трубку. А иногда вообще не отвечала на мои звонки, сбрасывая меня. Уже в конце мая я поняла, что пахнет жареным. Нашла я их визитку, которую они мне давали с их координатами. Зашла на их Facebook. Этот Facebook оказался недействующей страницей Ларисы. И там же я нашла отзыв девушки, которая полгода ждала свои документы и еще полгода выпрашивала свои деньги обратно. Я написала это девушке, позже мы с ней созвонились, и она рассказала мне свою историю в точности такую же, как и у меня. Документов она так и не дождалась, но деньги вернуть удалось. Но каким образом ей удалось вернуть свои деньги, она не захотела рассказывать. И вот, когда я загуглила их сайт и зашла почитать отзывы об их компании, я ужаснулась. Выяснилось, что их агентства постоянно пишут сами себе на своем же сайте положительные отзывы, перекрывая ими плохие отзывы. Но когда сайт на максимум переполняется плохими отзывами, они создают такой же новый сайт, но уже с хорошими отзывами, и постоянно меняют название своего агентства. Они были вот под такими названиями: «Одна семья», «Евровиза», «Jobin Life». Возможно, существуют еще какие-то названия, о которых я еще не знаю. Немного зачитаю отзывы их клиентов. Оксана из Харькова пишет: «Сделали документы по режиму Украина. Вместо завода на бойню мясокомбинат. Жилья нет совсем, зарплата 14 тысяч. Хотите работать за эти деньги в крови и воне? Можете отдать свои деньги Ларисе Сковоринской. Неважно, куда вы хотите, Лариса всех отправляет работать на бойню. Ларисе желаю остаток жизни провести в подобном месте». Сергей из Чернигова. «Месяц я работал, чтобы оплатить 200 евро за приглашение в Чехию. 26 октября подали документы, 11 марта только пришли. Получил 13 числа, а с 18 марта уже начинается отчет 90 дней, так как приглашение без коридора. То есть, пока я сделаю визу, приеду, уже 10 дней выпадает. А там шкаление и так далее. Не буду же я работать до последнего дня. Я потратил 5,5 месяца для того, чтобы потрудиться в Чехии максимум 2,5 месяца. Не поехал я в Чехию, а работаю в Киеве на стройке. Приглашение прислали на Фуджикое собирать рулевые колонки по 8 часов за 15 тысяч в месяц». Ярослава, Киев. «Верните мне мои деньги, Лариса и Марк, хватит обманывать людей. Вы их бросаете в чужой стране без работы и денег. Вам все равно, но это скоро закончится. Удаление комментариев в Инстаграм и на сайте вам не помогут». Снежана из Киева. «Козлы, верните мне мои деньги, 360 евро и нервы. Это компания обманщиков и лгунов. Не ведитесь на хорошие комментарии, они сами их пишут». После прочитанных отзывов я поняла, что денег я своих, скорее всего, не увижу. Доехать работать через это агентство я уже как-то побаивалась.
Но и оставить все как есть я не смогла. 31 мая я набрала Ларису, в очередной раз узнав за свои документы, услышала все тот же ответ, что мои документы все еще в пути. Не понимая, как могут быть документы в пути полмесяца. Хотя из отзывов на их сайте можно понять, что все идет по накатанной. И тут я с давлением, но без грубости, начала требовать, чтобы мне вернули мои деньги, иначе я обращусь в милицию, так как договор не был выполнен в указанный срок. Лариса сразу же сменилась в голосе, начала заикаться. Ну, наверное, просто не ожидала от меня такого напора. В итоге, короче, бросила трубку. И уже через 5 минут она мне перезвонила и сказала, что нашлись мои документы. И заезд должен быть на 6 июня, а ведь уже 31 мая. Да еще и 1-2 число — это выходные дни. И я не успею открыть рабочую визу и приехать в Чехию за 4 дня. И когда я начала возмущаться из-за того, что мои документы были сделаны впритык до указанной даты заезда в Чехию, и я не успею открыть рабочую визу и приехать в назначенный срок, она начала оправдываться, что ее коллеги-девочки все были в отпусках и не уследили тот момент, что мои документы уже пришли. А ведь я самой Ларисе постоянно названивала и напоминала о себе. Может, дело совсем не в девочках, а в том, что Лариса лгунья, а их агентство Шарашкина контора? Она спросила мой адрес проживания, чтобы отправить мне документы. Я, естественно, отказалась и сказала, что я сама за ними приеду в удобный для меня день. Но она попросила предупредить ее заранее о своем приходе, так как ее может не оказаться на рабочем месте. Думаю, что она боялась, что я спугну ее клиентов своим недовольствием. 4 июня я приехала в офис. Лариса Сковоренска. Алло. Алло, Лариса, здравствуйте. Да, а вы на работе? Алло. А вы на работе сегодня? Да, это кто? А, это Юля Пенькова по поводу документов. Да, я вам как раз звонить собиралась. Когда вы будете? А, я уже подъехала. Ну, заходите, сейчас мы вам анкету сделаем, там страховку, все вам сейчас. Вы были у нас? Да. Вы были у нас? А, да, да, была. Хорошо, заходите. Здравствуйте. Тут я немного прокомментирую. Она постоянно спрашивала, кто я. Вот я не понимаю, неужели за 3 месяца нельзя было добавить в мой номер свой телефон? Опять же, говорит, что как раз собиралась мне звонить, но меня не помнит и даже не знает, была ли я у нее. Кому она собралась звонить? За все это время она ни разу не набрала меня первой. Еще вот такой момент. Сказала, заходите, но зная, что у нее на подъезде стоит кодовый замок, она даже не вышла нам открыть дверь. Мы 5 минут ждали ее, пока нам не открыл дверь жилец дома, который тоже заходил в подъезд. Смотрим дальше. Так, вот ваши документы. К ним вам надо анкету и страховку. Да, пожалуйста. Это ваш трудовой контракт. Это разрешение Министерства труда. И также у вас там есть контракт с работодателем и прописка. А, то есть не 7-го, а 6-го должна уезжать, да? Вы говорили 7-го. А там какого написано? 6-го. 6-го. А вы можете в этот период выезжать? А мы договаривались с вами по-другому. Мы договаривались с вами, что вы меня предупредите за 2 недели. Каким образом я сейчас должна открыть рабочую визу? Ну, вы мне подготовили документы, да, но мне нужно еще рабочую визу открыть. Да. Подождите, я сейчас фотографирую и отправлю юристу. Смотрите, вас мы подали в 2 места.
Вот вам пришли эти документы с выездом сейчас. И как ваша фамилия? Пинькова. Пинькова. Я тут прислал тоже по поводу тут же кое. И есть у вас на Фуджикоя, вот, на 12.08 на выезд, девушка. Я слышу, подождите. Я просто так получилось, что мы два раза за вас оплатили, в два места вас подали. Я подавала подали на вас на это... А второе место это куда? Фуджикоя, тот же город. Фуджикоя. Это автомобильный завод. А я не планировала на автомобильный завод. Мы Лапсес. На какой завод договаривались? Мы не на завод, во-первых, договаривались. Это мы договаривались склады на склад. Лапсес, да. Да, это склады. Да. А вы мне еще подали на завод автомобильный, о котором вы не договаривались. Ну, вы можете их не забирать. Конечно, я могу не забирать, я могу забрать свои деньги. Сейчас юрист посмотрит вообще, что это за бумаги. Ну, я вам вы сколько оплачивали? Если вы их полностью сколько оплачивала? Сейчас посмотрим, у меня договор. Я принесла. Сейчас посмотрим, вы сколько я оплачивала. Забрать. По договору 4800, да. Давайте договор. Нет, я отразите, договор вам не отдам. А у вас тоже должен быть договор? Ну, есть. Двух экземпляров. Мы не искали, какая разница. А зачем? Я сняла все на руках. Договор у меня... Договор указано. Сумма. У вас 50 евро еще осталось оплатить. 4800. Нет, вам осталось 4800 мне вернуть. Потому что сейчас это все будет проверять юрист. Ваши документы пришли, как вам основание вы должны забрать. По договору, если я не довольна вашими... Ну, пожалуйста. Да, там я уже сфотографировалась. Вы можете быть свободны. Нет. Юристу? Нет, нет, нет. Пожалуйста. Сейчас я вызову милицию. Вот, по договору вы мне должны... У вас что, с головой не все в порядке? Нет, у меня все в порядке. Нет, ну ваши документы пришли, вы собираете что-то... Мои вызывать. Документы должны были прийти когда? Это уже... По договору по второй половине апреля. Вышла отсюда! Вышла отсюда! Ты мне уже со вчерашнего дня не рады! Да? Я в этом диалоге с ней немного перепутала. 6 числа должен быть не выезд из Украины, а уже заезд в Чехию. А вот этот вот издевательский вопрос, могу ли я выехать в этот период? Да как я могу выехать? Вот вы мне сегодня документы даете, а завтра у меня уже выезд. Когда я сделаю рабочую визу? А потом они мне еще говорят, что два раза за меня проплатили и два раза меня подали. Да нужно было просто сделать вовремя мои документы, и вы бы тогда не переплачивали ни за что. Хотя я вообще сомневаюсь, что они за что-то хоть платили. А вообще вот эта вот фраза звучит как какая-то психологическая уловка. Для того, чтобы я почувствовала себя виноватой, что я... несправедливо к ним отнеслась и неоправданно их обвиняю. Ну, это на мой взгляд. Кстати, когда она меня тянула за волосы, мне казалось, что это длилось намного дольше, чем это было на самом деле. В тот момент я пыталась дотянуться до своего рюкзака, в котором были мои деньги и паспорт. И вот когда приехала милиция, Лариса и ее коллега закрылись в кабинете. Я сотрудникам милиции рассказала всю ситуацию. Они меня с подругой отвезли в отделение милиции, и там я уже написала заявление. Мне дали талон с регистрационным номером и извлечение с единого реестра досудебных расследований. Побеседовав со следователем и оценив всю ситуацию, был сделан вывод, что будет очень сложно что-то доказать. Мне также напомнили, что я могу решить проблему через суд, но нет никаких гарантий, что я выиграю судебное дело. А это опять трата денег, времени и нервов. А у меня уже совсем не оставалось сил на все это. Так что по поводу этого дела нет никаких изменений. Позже я узнала очень интересный факт о Ларисе Сковоринской.
Когда я просматривала ее соцсети, выяснилось, что Лариса очень верующий человек, и она регулярно посещает Киевскую христианскую церковь. Видимо, ходит туда замаливать свои грехи, отдавая десятину с чужого кармана. А в Инстаграме часто выкладывает цитаты о любви, о добре, о позитивном мышлении и призывает людей никому не желать плохого, потому что с бумерангом не договориться. В общем, создала себе образ белой и пушистой овечки. Ну а что касается меня, то узнав на работе о произошедшем, меня приняли обратно. Какое-то время я еще пожила у подруги, ну а позже я сняла себе квартиру. Вот такая вот история. Поэтому будьте внимательны и никогда не принимайте поспешных решений, как это сделала я. Но я все еще планирую ехать в Чехию, и все новости вы будете узнавать первыми. Только для этого вам нужно будет подписаться на мой канал и поставить на колокольчик. Ну а если еще и лайк поставите, то мне будет вдвойне приятно. Всех целую и до новых встреч!